Всем привет, мои дорогие! Сейчас будут новинки каталога 3 2023 в этом ролике. Но перед этим я вам хочу показать вот такую новую штуку, которую начали выпускать для VIP серебро. То есть от статуса VIP серебро в разделе «Мои персональные акции» вы можете выбирать таких аж по 3 штуки. А для чего я их использую? Очень интересная вещь. Сейчас будем открывать. Заказала я таких немало, поэтому у меня есть такая вот уже открытая. Смотрим снаружи. Итак, значит, первое деление очень-очень глубокое, классное деление, да, смотрим. Мне понравилось. Кнопочка магнитная, очень тугая, то есть она просто так не расстегнется. Вот. Дальше поворачиваем бок. Что-то очень твердое. Так, поворачиваем тут, значит, у нас идут петельки, которые отсоединяются. То есть это рамки типа под рюкзак, да, вот эти вот штучки типа под рюкзак. Оно регулируется очень легко, прицепляется на трех опорах и отстегивается очень легко. Видите, очень легко отстегивается. Так, следующий бок тоже ничего, только вот два шовчика, да, низ. Все очень твердое, очень качественное. Так, вверх, значит, тут идут две таких ручки, если ручка нужна, то вы можете таким образом застегнуть на, получается, кнопочку. Да, кнопочка средненькая. Да, так вот можно носить. Можно ее убрать, да, эту кнопочку, сдвинуть, куда вам нужно, что тоже очень удобно. И просто вот так носить, как хочется. То есть снаружи мы с вами посмотрели. Значит, артикул у этой красоты 600-793. Мне прям понравилось. Это, но вы его так просто не найдете. Это только для VIP-ов. Весит оно 0 баллов, то есть за него баллы не даются. Так, далее будем с вами открывать. Так, закрытый уберем. И открытый вот так положим, чтобы было удобно. Сейчас вот самое интересное, да? Так, ну, во-первых, открываем. А тут идет двухсторонний замочек. То есть с любой стороны вы можете открыть. Сама верхняя крышка, да? То есть она такая вот мягкая получается. Так, замочек двухсторонний. Поехали. Значит, первый отдел. Тут идут кисти. Очень удобно складывать любые кисти. А тут никаких кармашков нет, то есть это просто закрывает кисточки. Тут два отдела получается, вот видите, да? Вот два таких отдельчика хорошеньких. И штучки, на которые нужно прилеплять, да? Я все их называю штучки-прилипучки. Кисточки входят различные. Угу, давайте поэкспериментируем. Вот такой вот у нас бьюти-кейс для презентации. Вот так входят кисточки. То есть все отлично, все здорово. Но сюда можно не только кисточки складывать, сюда можно складывать все, что захочется, не обязательно кисточки. Любой гель для душа сюда тоже поместится. Возьмем с вами стандартные размеры, да, и померяем. Очень часто, когда называешь размеры, люди не совсем понимают, а так примерить будет проще. Гель для душа сюда подходит замечательно, видите, и войдет их штуки 3, да, как вы понимаете, войдет их штуки 3. То есть вот с такой сумочкой, которая, кстати, мне кажется, что вручную кладь войдет легко, с такой сумочкой можно путешествовать и брать с собой все, что угодно, да. То есть тут может быть там какое-нибудь нижнее белье и так далее, вот. А тут уже ваша косметика, а тут вы можете наложить, грубо говоря, средства уходовой гигиены, да? Дальше, значит, следующий отдел у нас с вами вот такой красавчик. Давайте будем смотреть тоже. Я возьму несколько кисточек от Faberlic. То есть таким образом, чтобы вы понимали. И вот таким образом. То есть тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 отделов очень классных. И тут сверху тоже 6 отделов, но они идут подлиннее. Понятно, что это вот сюда. То есть такая вот красота. Все закрывается и ничего ни с чем не контактирует. На обратной стороне такой вот мешочек, тоже подо что-то, под документы можно его, да, ну, что хочется, что-то прозрачное. Можно сюда пробников вообще накидать, очень удобно искать, видеть, где какой пробник. Прикольно. По идее, это кейс для презентации, но он универсальный. Далее, тут вот идет, то есть вы сюда всего наложили, и если остается место, вот смотря сколько вот тут наложено, да, то есть вот в этом именно разделе и в этом. Если тут остается место, то сюда можно поместить даже средства для стирки, шампуни, бальзамы, то есть в рядочек положить. И из-за того, что крышка эргономичная, у вас все застегнется. То есть вот, видите, да, у вас все застегнется. И если плотничком наложить, оно не будет там ездить. То есть если вам не надо, чтобы ездило, вы сюда в крышечку складываете, да, в саму. То есть удобно. Так, а внутри вообще сказка. Сказка, ребят. Во-первых, вот эти вот все раздельщики, вы можете их раскладывать так, как вам захочется. А можете вообще убрать. То есть вот так вот выдвигается.
он весьма плотный. Если вы его не уберете, он у вас никогда не уберется. То есть получается, если он лишний, вы можете отложить его, убрать, и вот у вас целый раздел. Если вам нужно поменьше, да, например, у вас тут будут стоять помады, то есть вы берете поменьше раздел и вот сюда, например, складываете уже, да. Так, это моя личная косметика, давайте будем экспериментировать. То есть, например, вам нужно сложить кучу карандашей. У меня карандаши, походу, для бровей попались мне. Кучу карандашей. Так, вот эту картонку, я ее уберу. Вот, она убирается. Вот единственное, что я боюсь ее потерять. Мне бы хотелось, чтобы все было приколочено, пришито, приклеено. Карандашики можно сюда положить, а можно, смотрите, как удобно, да, засунуть их, например, сюда. Вообще удобно. То есть вы будете видеть, да, они у вас тут будут кататься, еще что-то, но с другой стороны вы будете видеть все, что вам нужно. Это классно. Также карандашики можно переставлять в любое другое место. Давайте возьмем кучку небольшую. И, допустим, вам хочется, чтобы у вас карандаши лазили тут. Да, то есть вот сюда можете сложить. Можете в узкий отдел сложить, да, который мы с вами только что сделали. Так, далее, что еще можно сюда положить? Это любые тоналки. Вот, да? Опа, не влазит. Но, по идее, если плотничком идет, то, наоборот, отлично. Да, видите, тоналки. Какую-либо пудру. Так, пудра будет выпадывать, да? Мое мнение, пудра будет выпадывать. Можно попробовать уменьшить. То есть вы можете делать так, как вам удобно. Да, то есть, хоп, все, пудра зажата у вас. Отлично, видите? Ее уже ничем не достать. Вот она такая прям плотненькая. Да, допустим, бальзамчики. Бальзамчики отлично влазят. Кстати, вот эта штучка, она тоже может передвигаться, куда вам хочется. То есть вы можете любой конструктор создавать, да? У нас девчонки создавали конструкторы прям наивеликолепнейшие в плане того, что вот так, например, делали, да? Например, вот так. И потом вот так. И у них получалось, то есть оно вставляется как хочется, как удобно и как надо. Вот, видите, и вот этот узкий отдел, он тоже для чего-то, но если он не нужен, можно переставить. Как хочется можете делать. Вот это мне безумно понравился, вот этот конструктор. То есть сделать можно подо что угодно, и как хочется. То есть вот эта штучка длинная, она тоже передвигается, но вот эти малыши, они уже могут быть не совсем функциональные, так и то можно наделать любой, какой хочется конструктор. У меня сейчас есть такая мини-косметичка, прямо мини, и мне она этим и нравится, что если я, допустим, передвинула, то я ставлю такую перегородку, и эти штучки маленькие, да, там подватные палочки, подватные диски, тоже очень-очень удобно, да, то есть вот. Это невероятная красота, это невероятно здорово и классно. Причем это все потом пришпандоривается. И если тут всего мало наложено, вы закрываете, надеваете на плечи, и как ручная кладь оно подходит. Вот реально, как ручная кладь оно подходит, если вам это надо в самолет, например. Бьюти-кейс для презентации тоже очень удобно, потому что вы можете надеть его на спину. Вот тут вот посмотрите, да, у меня дочка даже с ним ходит, он ей-то даже не особо и велик. Вот, поэтому, конечно, очень удобная вещь, просто суперская вещь. Давайте посмотрим вот наши новые помадки It's Clear, да, вот таким образом их можно составлять, тоже великолепно. Мне кажется, что это классно будет даже для тех, кто работает, например, визажистом, то есть визажист работает, и ему очень удобно. Видите, как хорошо, все плотничком. Я прям довольна этой штукой, потому что, да, помады тоже можно сложить. И все будет великолепно. Поэтому я рада такой новинке. И я очень буду рада дарить его на нашем общероссийском форуме в Кирове 25 и 26 февраля. Вот такие будут у меня суперпризы. Классные. И новинки, и не только новинки по каталогу 3 2023 года, который будет действовать с 20.02 по 05.03. Итак, первое, что я протестировала, видео вы увидите тут вот с краешку сбоку, это такую вот масочку Green Karma. Тут написано, что нужно следовать зеленым принципам. Серия на основе семян масла конопли и холодного отжима для сохранения молодости кожи в любом возрасте. Полноценная версия. Вот она такая белая тканевая. Но сейчас вы это все увидите. Она у меня уже тут высохла. Удобная, хорошо пропитанная. Хватило жижи даже на зону декольте и на шею. Представляете? Прямо очень хорошо. Но с нее так сильно вот не капает. То есть она такая слизенькая, что ли. Она очень хорошо сидит. Она не едет никуда, хотя слизенькая, она очень хорошо долго питает. И даже вот я ее делала
допустим, утром, а в душ пошла перед массажем и умыла заднее лицо уже около 6-7 вечера. Я вам могу сказать, что у меня очень часто бывают ощущения стянутости лица после того, как я схожу в душ, потому что у нас очень жесткая хлорированная вода. Я поняла, у меня не стягивает лицо даже после душа, даже после скраба. Думаю, ничего себе пролонгированный эффект. Это очень приятно. То есть вот эта маска для лица с конопли, да, то есть написано, что она смягчает, тонизирует и глубоко увлажняет кожу. Вот она действительно очень глубоко увлажняет кожу. Она также разглаживает морщинки, она делает менее заметные вот такие мелкие загубки, она это как-то все вот скрадывает, делает цвет лица свежим. Тут же написано, что она замедляет процессы старения, возвращает коже гладкость, упругость, но это понятно, что при ежедневном применении, питает, насыщает полезными микроэлементами. Артикул 2045. То есть мы накладываем маску, тут очень, в принципе, легкое действие. Артикул 2045. Значит, мы ее накладываем, оставляем, получается, на 10-15 минут. И после этого, вот что очень понравилось, после применения остатки косметической сыворотки распределить по коже легкими массирующими движениями. То есть ее не нужно смывать. Если вы ее, например, будете делать на ночь, ну, это круто, не нужно вставать и умываться, да, как у предыдущей тканевой маски. Мне вот это безумно-безумно понравилось. Тут идет хорошая формула с маслом семян конопли, да, и за счет этого прям результат будет классный. Мне она понравилась. Так, какой у нее недостаток? Недостатков два. Горьковатый и еле-еле уловимый, но все-таки я его очень хорошо почувствовала. Запах такой немножечко, ну, вот этой как раз травы, конопли, вот этого вот всего. Это первое. И второе, что мне не понравилось, то, что я ее на себя надела, и буквально через 5 минут вот это место под носом, да, между губой и носом, оно начало высыхать, и мне хотелось отрезать, чтобы не, ну, грубо говоря, эта штука не мешала мне говорить. Да, а так, вот прям идеальная маска, с нее и не течет, но она очень хорошо увлажненная. В общем, я довольна, буду делать, буду заказывать, еще одна любимица в моем арсенале появилась. Вообще, вся линейка Green Karma, даже мыло мне очень понравилось. Да. Это просто вот, мало того, что сам продукт по себе идеальный, потому что тут более 98 натуральных ингредиентов, и оно работает все великолепно. Так еще и тут самое-самое классное, то, что оно идет как экологичная упаковка, веганская, не тестируется на животных, и крем-мыло даже тут, оно идет натуральное. Вот это вообще прям шикарная линейка, которая меня очень сильно удивила, и у нее у всей такой необычный такой запах, но он не бьет нос, и классно. Маска Detox тоже очень понравилась мне, маска Detox. Гель для очищения, для умывания мне тоже очень понравился, очень хорошо с первого раза, мне кажется, начинает все убирать. Вот, ну и, конечно, масло семян конопли содержит высокую концентрацию антиоксидантов, омега-3, 6, 9 и другие полезные компоненты. Поэтому вот масочку прям одобряю. Вот эта вся линейка, ее хочется снова и снова заказывать. Вот прям хочется, она классная. У нас с вами появилось моющее средство, такая вот вроде бы красота, очень классно, оно не содержит фосфатов, красителей, парабенов, оно идет с ионами серебра, это гипоаллергенная отдушка, это моющее средство для детской комнаты и ванной, идет с логотипчиком 0+, с очень понятной классной аннотацией, да, то есть что оно вообще делает, да, во-первых, оно идет 500 мл, артикул 30519. Это средство моющее для детской комнаты и ванной, для уборки в детских комнатах, мытья полов. Вот такая, да, консистенция у него. Вот. Запаха практически никакого нет. Немножечко даже разочаровывает, потому что хочется какой-то, хотя бы какой-то запах. Вот. Дальше, значит, для уборки в детских комнатах и мытья полов. Пол помыла не на пятерку. То есть нужно ждать, пока оно отмочит, это все долго. Пол не идеально помыло. То есть предыдущее средство, вот это вот с эфирными маслами, с натуральными, да. Я ему больше буду говорить, да, потому что оно тоже идет натуральное, мне кажется, детям не вредит. Бель, столы, стульчики для кормления, пластиковых частей, качалок, игрушек, поверхности для ванной комнаты и для купания. Со всем остальным справилась нормально. Помыли в детское окно. Есть такое ощущение свежести, но ничем не пахнет, никакой химии. Я считаю, что средство довольно такие классные, но вот, допустим, с полом после ремонта, хочу сделать поправку, что у нас шел ремонт, у нас было пыльно, пол мы промывали 2 раза, с первого раза не убрала. Вот, артикул 305.19, могу сказать, что я его рекомендую. Мне средство понравилось, да, то есть жидковатая, конечно, консистенция, но средство неплохое.
Также я, как VIP-консультант, набрала 70% скидкой вот такую красоту. Плюс еще зашла и увидела у себя на остатке 75 купонов. Они действовали до 5 числа. И я их набрала. Значит, мой любимый 156-54 шоколадный. Любимый мужа 156-50 ванилька. Значит, еще один шоколадный. Так, еще один ванилька. В общем, кучу малу набрали, потому что у меня их очень часто раскупают. А мне их бывает, что не хватает. Так, клубничка. Очень вкусный. 156-51. С этими, с косточками, да. Где-то я брала еще банановый. Да, вот такой вот банановый. 157-37. Так, и еще ванильный. 156-50. Любимчик мужа. Очень классный. Далее такой вот огромнейший чек, да, гидрогелевые патчи, кстати, вот еще пришли, тоже новинка, VIP-новинка, шампунь-бальзам, крем иланг, ну это все новинки, да, то есть бюстгальтеры пришли все, трусики все пришли и так далее. Ну сейчас будем все разглядывать, есть бюстгальтеры, которые мне не подошли вообще. Так, заказ был 49 576, вот под расчет, вот, а цена каталога была 61, то есть я получила хорошую такую скидку от цены каталога. На дороге не валяются. Итак, первое, что хочется показать, это такая вот паста, 97% натуральных ингредиентов, паста манго. Не очень мне понравился этот вкус, хотя, допустим, вот Ирина Тихонова, которая у меня гостит, она сказала, что ей очень вкусно, ей очень нравится, она прям кайфует. Ну вот видите, на вкус и цвет товарищей нет. Вот, я всегда говорю, что когда мне вот комментарии одна пишет, господи, какая вкусная парфюмерная вода, а другая говорит, фу, вода говно. Ну, я считаю, что вот люди, которые пишут, что вода говно, они не уважают чувства и вкусы других людей, и не понимают, что все мы с вами разные. Да, кто-то любит жареную картошечку, а кого-то от нее воротит, и это нормально. И не было бы в мире столько вкусов. Поэтому вот эта зубная паста 75 мл. Вот мы ее попробовали. Вот она такая прикольная. В принципе, вкусненько, складненько, ладненько. Она у нас, давайте я слегка ее увеличу. Все-таки это новинки, да, то есть она много что делает. Тут есть фторид ионы, которые предохраняют зубы от кариеса, аллантоин, который способствует активному заживлению и укреплению десен, и масло манго. Она идет средней термоядерности, как я называю. Да, я очень не люблю, когда зубная паста очень сильно мятная. Вот она среднячок. Мне бы еще слегка чуть-чуть понежнее, но это личный мой вкус. Не используется СЛС, СЛС и парабены. То есть такая вот хорошая паста. Так, тут в пакете почему-то отдельно упаковали, лежит еще два коктейля. Что очень странно. Ну да ладно, это обычные коктейли. Парфюмерная водичка Висар. Одна из самых моих любимых ароматов. Артикул 3069. Очень ее люблю. Так, нежный, легкий, классный. Далее, это новинки прошлого каталога, но я их не могла в самом начале урвать, поэтому вот, к сожалению, показываю только сейчас. Они, оказывается, оттеночные, и на губах их очень сильно видно. Первая новинка у нас с вами идет вот такая. Они все идут с сердечком. Да, видите, вот это сердечко, скорее всего, на протяжении всего вот этого вот всего стика. Давайте посмотрим. Да, то есть вот так вот. Даже видно, в каком месте сердечко, согласны? Да, даже видно, в каком месте сердечко, да, вырисовывается полосочка. То есть это легкий такой оттеночный бальзам. Он не проявляется на коже, что мне сначала показалось, что он будет проявляться. Нет, он не проявляется. Артикул 40-873. Ухаживающий бальзам. То есть смягчает, увлажняет, питает губы. Оттеночный. И второй, тоже Love Me, 40-838. Он у нас идет такой вот нежненький, хорошенький. И на губах его не особо видно, если честно. Вот, потому что видите, какой толстый слой, и он только замечается, да. То есть на губах он не особо виден. То есть такой вот красавчик. Запахи. Вот так бы съела. Очень вкусный такой какой-то бабл-гамовый запах у обоих. И они так вот, знаете, поблескивают слегка. То есть вроде бы вот второй вот этот нежный, да, он достаточно-таки заметен на коже. А мне вот показалось, что на губах его не видно. Вот, а вот этот очень даже видно. Такой натуральный получается. Классный цвет. Далее идет халат для золотых випов с 70% скидкой. Артикул 861-854, в принципе, он мне очень нравится. Состав 100% хлопок, терракотово-розовый. Цвет тоже нравится, долго думала, какой взять. Обычно я там, не знаю, ничего не нахожу, а тут прям обратила внимание вот на эти вот халатики. Он такой легкий, фланелевый, ворот, если у него идет двойной, то сам он идет такой, не очень
плотный, но он вообще нисколько не просвечивает. В наличии имеются два классных кармана. Я, кстати, сейчас в нем снимаю обзор. Да, представляете? Ну, просто захотелось еще побольше ассортимента. Да, то есть тут вот так загнуто, подшито, пришито. Но я это все еще загибаю, получается, в несколько раз. Если изнутри такая вот интересная ткань, то снаружи вот такая. Смотрится нормально, он мне чуть выше колена. Знаете, обычный добротный халат. Да, то есть вот носится через запах. Также есть пояс. К поясу есть петельки, хорошие очень петельки, поэтому никаких нареканий продукту нету, буду носить с превеликим удовольствием. Пояс такой вот, да, смотрится он хорошо. Что же еще в коробочке с новиночками? Это такие вот шампуни-бальзамчики. Так как вот эта серия мне, кроме вот этой, ничего не понравилось. Прям ничего, да, ни лилия, ни роза. Мне понравился только немножечко отдаленный тюльпан, так и то не очень, да, вот эти все три аромата. То я почему-то подумала, что я буду заказывать, и мне не понравится. Так вот, все три аромата мне очень даже приятны. Во-первых, они легкие, они не бьют нос вообще. Вот вообще от слова совсем не бьют в нос. Во-вторых, они не сильно такие прям слабые, они нормальные. Вот, значит, шампунь-бальзам Лотос, это, скорее всего, вот этот. Да, я им, как вы видите, пару раз помыла голову, уже успела, да, то есть за три дня два раза голову помыла. Что могу сказать? Рассыпчатые, классные, хорошие волосы. Вы их увидите у меня, они у меня натурально высохли, пусть не очень ровно, вот, но немножечко электризуются, конечно, но рассыпчатые и классные, прям рассыпчатые и классные. Так, значит, 250 мл идет, артикул 1354. Что еще про них скажу? Все-таки это он указан как 2 в 1, шампунь и бальзам. Так вот, как бальзам мне не хватило. Все-таки макушку нет, да, я ничего не делала, ни масок, ничего, да. А вот кончики мне пришлось смазывать маслицем, тоже Фаберлик. Кончики, конечно, нет, он так не питает, потому что все-таки я давно очень крашу голову. И из-за того, что я ее очень давно крашу, я, конечно, волосики уже пережгла, 100-500 раз повредила. И еще когда я смыла этот шампунь с себя второй раз, да, я всегда голову мою по два раза, на второй раз волосы начали слегка поскрипывать, да, то есть тут есть такой немножечко эффект у них, да, скрипучих волос, и чувствуется, что да, голова помыта хорошо, но волосы хотелось чем-то сделать, что-то сделать. То есть у корней отлично, замечательно, всего хватило, а кончики, конечно, нужен дополнительный уход, он для них слабоват. 250 мл, артикул 1354. Запах нежный, как раз таки вот этого лотоса, очень-очень приятный. Причем он такой, не жидкий, он густой, ну, средней густости, я бы сказала, но хорошенький такой, да, видите, можно им пользоваться и очень даже долго можно пользоваться. У меня, конечно, волосы длинные, я люблю много. Для ее у нас идет бережный уход, артикул 1356, просто обалденный аромат, больше всех он мне, наверное, понравился. Если тот нежненький, то орхидею я, конечно, всегда любила, люблю, и могу сказать, что больше он похож на фиалку. Артикул 1356, 250 мл. Очень нравится, что он прозрачный, да, не совсем такой жидкий. В общем, израсходую с удовольствием. Очень удобный флакон, обратите внимание, я люблю как вот так вот ставить наоборот. И, конечно же, мне важно, чтобы я до последней капли продукт израсходовала. Поэтому мне вот нравится. Если вот эти вот, их сложно делить для душа, они, во-первых, густые, во-вторых, наоборот, их не поставишь вот на эту крышечку, они все время падают, то вот эти прям до конца израсходуете в клевой упаковочке. Далее, самый, наверное, нежный такой суперский аромат, это Иланг-Иланг питание. Тоже очень классный запах. Опять-таки, мне он понравился нежной легкостью, свежестью, таким чем-то, вот, знаете, даже ближе к детскому, что-то такое вот, да, вот очень приятное, я прям кайфую. А, допустим, Иришка, да, рубиновый директор, которая у меня гостит, она сказала, нет, вот этот мне не понравился. Ну вот видите, как опять. Да, 250 мл, артикул 1355. Мне вот эта вот свежая нежность очень нравится. А я прям вот этот запах, я не знаю, мне очень хорошо подошел, прям здорово и классно. Так, далее, это не новинка, это я заказала уже, наверное, третий раз, она очень долгоиграющая, очищающая пенка для полости рта. Могу вам ее порекомендовать, как очень классно очищает, где бы вы ни были, 18-13, выручает меня везде, в аэропорте, в общем, ее надо встряхнуть и таким образом в рот, просто в рот,
и прополоскать рот этой пенкой. Потом вы ее выплевываете и кайфуете от чистого рта, даже если у вас нет возможности почистить зубы. Бывает же такое, что мы добираемся там 15 часов, 20 часов. Я люблю, чтобы во рту было чисто. И вот эта вкуснятина, кстати, со вкусом ананаса, пинеапл, да, ананас, с артикулом 18-13, вот третий раз я уже беру. Вот, что еще классно, ее можно брать в сумочку, как ручную кладь, 50 мл. Что еще здорово, когда куда-то торопишься, но покушал супчика с чесночком, очень классно, прибежал, мне обычно муж Аня такси, вызвана я, да елки-палки, да, я побежала, быстренько пару пшиков в рот сделала, прополоскала рот, ну уже приятнее, чем было бы без нее, да, то есть зубы порой чистить не всегда удобно. Заказала тоже с 70% скидкой мужу, получается, боксеры мужские. Вот такие вот они небольшие. Так, размер 2XL взяла. Артикул порвала напрочь. 83-468. Ну, чем они ему нравятся? Натуральные, клевые, классные. Очень долгоиграющие. Очень я редко ему их беру. За год, может быть, я ему меняю. Ну, заказываю трое четверо. Он еще прошлогоднее носит. Вот отлично, просто отлично. Очень нравится, что тут двойное все, да, прошито. Вот классно. То есть по-двойному все, вот эта ткань, да, спереди идет, поэтому все великолепно. Так, следующее, что у нас идет, это кремчики. Кремчики мне тоже очень понравились. А чем они мне понравились? Тем, что, во-первых, упаковка классная, он стоит, до последней капли будет стекать. Конечно же, мы все открыли. Ароматы очень вторят тому, что есть. Да, то есть вот видите, такой вот, допустим, это у нас идет увлажнение. Действительно, кремы хорошо впитываются, от них нет никаких проблем. Их будет классно дарить. Запахи яркие, вторят тому, ну не сильно яркие, золотая серединка, да, но они не вторят тому гелю для душа, да, шампуню. Они ярче запахи, они сильнее, но не сильно так вот прям бьют в нос, как вот, например, чтобы невозможно было дышать. Есть у нас такие, да. Следующий, это идет уже орхидея 1377. Все они идут 75 мл. Тоже очень хорошо впитывается. Это идет бережный уход. Вот не знаю, бережный уход, увлажнение. Мне кажется, все одинаково. Оба впитываются нормально. Оба одинаковой консистенции. У обоих такие яркие ароматы. Вот, очень-очень приятные. И третий аромат, это иланг-иланг, питание. Вот знаете, нисколько не постесняюсь их даже дарить. Супер, просто супер. Артикул 1376, все три прям боготворю и рекомендую. Это питание, хотя вот увлажнение, оно же должно быть более жидким, а питание более густым. Но нет, они все одинаковые. Просто безумно вкусный аромат свежести, вот этого вот иланг-иланга. Теперь я, наверное, знаю, что мне больше всего нравится в парфюмах Faberlic, потому что там очень много иланг-иланга. Я теперь поняла, почему я люблю парфюмы Faberlic. Запах вот этой вот клевой, классной свежести. Закладочка у меня перевернулась на Шанти. Ну, я вам могу сказать, что я покорена с первого взгляда. Этот аромат в пробнике звучал абсолютно не так круто, как он звучит в полноценной версии. Абсолютно не так, да? Если пробник аромата артикул 34-00 стоит 40 рублей, то там я почувствовала просто нежную сладость, понимаете? Все, нежная сладость, что-то есть немножко свежинки, раскрывается он какой-то там сластинкой, в общем, да, и все. Мне эта вода была приятная, я думала, она у меня будет дежурная вода, потому что, ну, я в ней, она меня не зацепила. Но действительно, да, сейчас я, когда ее взяла в руки, я ее нанесла, первые нотки напоминают мне вот выявление водичка есть Today. Очень, прям один в один первые нотки. Но раскрываются они по-разному. Я Today просто люблю, мне ее муж много раз на 8 марта дарил, да. Вот, не ругайте меня, что я хвалю там другую сетевую, но реально достойный аромат там есть Today. Вот это Шанти, так, 50 мл идет, артикул 3079. Вот первое раскрывается, второй уже идет, да, то есть он, мне кажется, очень неодносложный. Он сначала одним наносится, а потом раскрывается какой-то еще вот ванилью. Вот, и вот этот вот аромат, значит, вот тут написано «Вдохнови гармонию бергамота и перца». Да, тиричелли, услышишь, как ритмично бьется в сердце. Ночной жасмин, пало-санта и мускатный орех. Вот что такое пало-санта, вообще без понятия, да, получается. Дальше, значит, душа наполняется спокойствием с дзен-комплексом.
он идет, и амбра дарит безмятежность. Ну, могу сказать, что да, действительно очень классно. Так, сложно сейчас мне будет ее достать. Она, коробочка тесная очень. Тут еще, да, видите, вот так вот все запаковано. Я уже ощущаю этот аромат, я уже кайфую, ребята. Не знаю, вот, но Элисар, допустим, я не перестала любить. Мне кажется, просто у меня больше и больше таких вот парфюмерных классных вод. Стойкость, я могу сказать, что очень хорошая стойкость. Потому что я перестала его чувствовать, наверное, через полдня. А меня еще вечером, да, то есть я его нанесла с утра, носила этот аромат, кайфовала и чувствовала только вот когда, знаете, да, я люблю на волосы сзади ароматы всегда все наносить, я не люблю, когда мне бьет аромат нос, и я вот если руку запущу в волосы, то очень сильный запах от пальцев, вот. Но вот так по себе я хожу, я не чувствую. Но когда у меня муж приехал, он в этот день забирал родителей из Мурыгина, потому что мы у них там делаем ремонт, решили им помочь. В общем, ремонт трехкомнатной квартиры займет целый месяц, и мы их перевозили к себе, чтобы тут, пока они у меня сдали анализы, подлечились, поделали массаж. То есть, ну вот это все, да. И его везде не было, пока он забрал родителей из Мурыгина, увез к врачу, пока мы сдали там все анализы, ну, чтобы 10 раз их вот по городу не гонять, хотя город Киров очень маленький, вот, он приезжает, говорит, о, надушилась-то, а я хожу, я уже не чувствую. Вот говорят, что, значит, это ваш аромат, раз вы не чувствуете, значит, он с вами слился, это ваш аромат. Вот, то же самое я могла говорить вот про ту водичку Today, я еще даже в Faberlic не была зарегистрирована, и в Avon не была, то есть этой Today там очень много лет, и я ей набрызгаюсь, и я ее практически не чувствую. И Лакост, кстати, не чувствую. Хотя мне говорят, Ань, он за версту этот Лакост воняет. Я говорю, да что вы говорите, я не чувствую. Я ей брызгаюсь, а мне все мало, я не могу понять, почему. Вот, а оказывается, скорее всего, вот есть там вот что в Лакосте, что в, получается вот в этой Шанте в новой, что в Тудее, какие-то такие нотки, которые, может быть, я не чувствую, а люди вокруг чувствуют. Ну, может быть, конечно, и так. Вот, но муж почувствовал, да, то есть с утра я нанесла, а он где-то в 6, во сколько-то вечера, когда уже привез родителей, папа просто у нас парализован, и я понимаю, что если он упадет, мне его не поднять, поэтому муж сказал, я съезжу, заберу, сделаю все сам. Вот, и вот, вот это 3079, все. Я даже артикул сразу запомнила. Такая вот крышка у него, очень красивая, типа камушка. Очень такая приятная. Ну и все, сейчас еще с иланг-илангом перемешается у меня на этой руке, да, вот с этим кремом. Я вообще буду ходить и балдеть. Ой, очень приятно. Ну, конечно, вначале спирт, а потом через минуту аромат начинает уже раскрываться. В общем, водой довольна. Взяла еще, у нас же скоро форум, 25-26 февраля. У нас скоро будет форум. Наверное, видео выйдет, вы уже не успеете купить билеты, но пишите. У нас будет классный форум бизнес-практику. Мы будем обучать продвигаться в соцсетях, так как мы продвигаемся. Да, у меня 500 регистраций в месяц, поэтому не плашайте, приезжайте всему научу, обучу, неважно в какой структуре и команде. Вот, 2 дня по 12 часов у нас с вами будет, и в конце будет дискотека. Да, так, значит, смотрим с вами теперь вот эти патчи. Я прям, знаете, хочется оды петь и даже не хочется перелистывать страницу. Вот так вот они приходят, запакованные в еще, видите, да? Но у меня уже есть распакованная версия. Распакованная версия у меня есть. Да, сейчас я на эту красоту перелистну. Ой, ну, что могу сказать про него, да? Сейчас вы меня тут сбоку с краю, как обычно, увидите. Неоднозначные патчи, очень интересные, хорошо пропитанные, да, то есть что тут указано, абсолютно прозрачные, да, особая вытянутая формула, да, мне показались они уж слишком мускаватые после Айсеула, угу. Вот, слишком мускаватые, даже какое-то было немножечко разочарование, вот эти звездочки, их, кстати, можно ставить сюда, и тут тоже выравнивается, да, то есть очень хорошо держится на носогубке, даже если вы болтаете без умолку, как говорится, очень хорошо держится на веке, но в начале, да, первую минутку их нужно поподержать, попоправлять, потому что они не совсем в начале послушные, да, хорошо пропитанные получается. Значит, в упаковочке, в очень красивой упаковочке, их 60 штук, артикул 0948. А далее, да, такая вот прям суперская упаковка, очень хорошая такая вот у них идет аннотация. Тут в составе идет гидролизированный коллаген, который уменьшает мелкие, мимические, глубокие возрастные морщины. Это я подтверждаю. У меня убрало все. Я вообще счастлива. Глубокие морщины у меня есть, конечно, на шее, но они
идут с рождения. То есть они у меня анатомические, они не убираются ничем, никаким кремом, ничем. А так, по идее, да, кофеин – мощный антиоксидант, и он тут как раз содержится. Он эффективен в борьбе с признаками старения. Дальше что скажу. Темные круги под глазами, вот не знаю, у меня их нет, к сожалению, чтобы протестировать. Может, ну, к счастью, что их нет, но протестировать не могу, к вашему сожалению, да. Вот, также, когда я их нанесла, вот когда я их нанесла, и потом я их тогда начала снимать, был ясно и четко виден вот этот вот контраст, где они лежали, как они кожу прям выпрямили. Хоть вы это слово не любите, да, часто к нему придираетесь в моих видеороликах, но это прям кидается в глаза, как в этом месте, из-за того, что он уж сильно узкий, да, видно, как он выпрямляет. Конечно, я буду накладывать по 2 и по 3, это конечно. Вот, дальше, что бы еще хотелось показать, он пропитан такой вот эмульсией, сейчас я чуть-чуть капну, да, то есть вот такая вот эмульсия, очень интересная такая, она идет как полуслизенькая водичка, что ли, да, сразу на шею унесла, значит, идет лопаточка в составе, но я люблю ногти, потому что беру сразу по 2, вот он такой клевый, классный, хорошенький. И вначале он, конечно, очень, видите, сильно пропитан, прямо сильно пропитан. И понятно, что он будет ехать, если вы будете ходить с ним. Вот. Но обычно с ними лежат. Но вот мне маловато на мое. Хочется 2, хочется 4, да, положить. Ну, как бы 2 на носогубки, 1 вот на межбровку. В общем, классно. Уложенные не очень симпатично. Прямо так прикольно. Пропитанные они вообще, видите, даже вся крышечка сырая. Вот, очень хорошо пропитаны. Единственный у них недостаток – 1 минуту подержать. Но я очень удивилась. Контраст у них обалденный. Все, кому я делала в этот день, а это Викиной няне, хозяюшке своей по дому, мамулька у меня тут, как вы уже поняли, да, в гостях. Еще вот эта вот звездочка, конечно, да, прикольная. Да, то есть себе сделала, за мужем побегала, он не согласился. Вот, Ириночке сделали, да, директрисе моей Рубиновой. Ну, могу сказать, что обалденно. И я их вам могу порекомендовать. Кстати, запаха у них, по-моему, нет. Да, то есть вот смотрите на аннотацию. Срок у них, да, после вскрытия 1,5 месяца. Кто смотрит, да, на то, что можно там использовать много-много лет их, если вы их откроете, это неправда. 1,5 месяца у открытой упаковочки срок. Пока не закрыты, они действительно будут использоваться долго. Вот можете поставить на паузу, подсчитать, да. Прямо все для вас гуглю. Вот состав, способ применения. Я вижу, что фокусируется идеально. Вот поэтому вот такая коробочка. Да, линейка One Week Miracle – это вообще моя новая любовь, да, к которой хочется возвращаться. Возвращаться и возвращаться, как говорится. Так, ну что ж, еще вот такие 2 помады я заказала своей доченьке, младшей доченьке. Получается артикул 47-41. То есть это помады для того, чтобы уже быть дома, да, есть защитные, есть вот такие восстанавливающие. Защитную я не увидела, не знаю, может опять начали выводить, хотят что-то новое, да, сделать, но нам они вот нужны. Я их недавно заказывала, и, конечно, кто меня на постоянной основе смотрит, спросит, да куда есть столько. Вот этот у меня заказали, а вот этот Вика один, израсходовав 1/3 всего, откусила, и мы у нее изо рта достали, ну, обратно уже в упаковку не засунешь. Поэтому вот такая вот история у нас получилась. Он просто вкусно очень пахнет, а так как Викуся у нас все-таки девочка с диагнозом, да, у нас аутизм, то ей показалось, что она имеет право это все дело откусить, раз вкусно пахнет. Артикул 47-41. Хорошо помогают, здорово помогают. Он идет именно как восстанавливающий крем-бальзам для губ. Вот. Но иногда такие моменты бывают, что приходится и маловтилинчиком мазать, и всем остальным прочим. Кислородный бальзам с маловтилином в перемешку навожу немножечко, да, и ватной палочкой ей наношу и стою долго втираю, чтобы она, не дай бог, не облизала. Бывают моменты, что даже бальзам не справляется. Так, ну что ж, мои дорогие, обзор получился длиннющий. Тут у меня целая коробка БАДов и целая коробка нижнего белья. Белье обалденное, мне нравится, поэтому я к вам в следующем обзоре вернусь с нижним бельем. А пока с вами прощаюсь.